Ребятки, цены на вельчики. Цены на вельчики. Я не очень хорошо разбираюсь, чего там, как в них, какие детали как называются. Но вот я думаю, что кому это интересно, всем будет понятно, что происходит. Так, цена. Что-то это... Не знаю, что это за цена, но, видимо, на эти вельчики. Вот такой вот. Ну такое вот. Прям с чехлом для телефона. $349. Ну это недорого. Я надеюсь, это на них цены. Так, ну и по-быстренькому всякие детские велосипедики. Цена. Такой вот вельчик. Цены. Всю информацию будет видно, кому нужно, прочитают. Information. Блин, ну такой здоровенный спортивный супермаркет. Здесь есть все, что касается спорта. Мне нравится. В Украине не знаю, есть ли настолько классные магазины или нет. Какие-то штуки. Резервация. Не знаю, что это такое. Ну какая-то резервация. Вот так вот они висят тут все. По всей видимости, ими пользоваться можно. Или это заказанные. А, я понял. Это типа выбрал, может быть, повешал себе, чтобы никто не купил, дешево плачивать. Вот такой вельчик на подставочке. Какой-то крутой. Тут что-то должно быть. Добрый. Показать украинцам, як в Польщі, все добре. Бо в Україні нема таких дужих склепів. Так, так. Є ще кого вибирати. Є ще кого вибирати, це правда. Вот, українські охранники. Блин, перенимайте пример европейских охранников. Человек подошел, поздоровался. Я ему рассказал, что я для украинцев все снимаю. Человек посочувствовал. Говорит, есть чего выбирать. Там все знают, что в Украине там творится такое страшное, ужасное. Что непонятно, что. Ну да, человек видит, подошел, я снимаю. Ну, не спрашивал, он что снимает. Ну, сразу понял, что в чем прикол. Цены на вельчики. Так, ну, детские всякие. Ну, что, детские вельчики тоже. Надо снять, детишек уважить, пусть посмотрят, как. Сколько в Польше что стоит. Блин, ну реально, 499 злотых, это недорого для велосипеда. Мне кажется, что-то детский велосипед вот такого плана и такого качества
будет в Украине стоить немножечко дороже, чем... Что это, если здесь 3 злотых, $130, 125. Вот вообще 2500 гривен велик. Какой это? Вот он. А. Ну да, вот он. Ну, тормоза. Все красиво, все четко. Фонарь такой прикольный. Ручка, ручка. Что это? А, передние и задние тормоза. Вон багажник с какой-то пристежечкой. Там что-то можно пристегивать на липучке. Ну, вот вообще. Да, защищено все. Ух, там система какая-то такая. Ну, будет видно или нет. В нем. Ну, блин, для детишек вообще. Я считаю, что это круто. Так, цены. Цены. Ну, вон, кстати, сел, поехал. Я понял, что они там стоят, эти велики. Сразу себе там все. Ну, сейчас и мы туда поедем. Надо снимать уже вот этот момент. Ну что, на этом и поедем туда. Ну что делать? Опа. Ну и поехали. Вот так вот. Ну, тут скорость сразу показывают. Ну вот, вот как-то так, ребятки. А вот еще целый отдел велосипедный. На секундочку, толщина колесика по сравнению с другими. О, аист. У меня такой был в детстве аист, супер велосипед. Не знаю, что-то увидел этот и мне сразу напомнилось так. Сварочка. Я сварщик, поэтому сварочка мне интересует. Не, ну это какие-то крутые такие вельчики совсем. Крутяк именно полный. Да, блин, велосипед и космический корабль. О, поплавочки. Кто-то положил и забыл. Так, цены. Это. Ну, это, видимо, на вот эти, которые здесь стоят. Так, вот такие вот вельчички. Такие вот вельчички. Модель видна, то есть все там, что кому надо, в интернете глянут. Там,
Чекай, бо там стоїм темно. Чи ви там потрапили? Ну, можна взяти все, потрогати, проїхатися. Всього для людей. Уходи какие-то крутые тоже. Абсолютно не разбираюсь в велосипедах. У меня была АЭС был и была Украина. Чувачки всякие ходят.